В Щелковском городском парке культуры и отдыха горожан ждала праздничная программа, посвященная 10-летней годовщине воссоединения Крыма с Россией. Здесь представили фотовыставку «Жены героев», воспевающие красоту, веру, стойкость и самоотверженность жен и матерей участников СВО. Желающие могли раскрасить карту России необычным способом. Веселый, яркий флешмоб подготовили ребята из Щелковского отделения молодой гвардии «Единой России». Все пришедшие в парк вместе отметят события, восстановившие историческую справедливость, выразить гордость за нашу страну и уверенность в будущем, насладились концертной программой, которую подготовили духовой оркестр и солисты Щелковского театрально-концертного центра. Поздравил горожан песнями и депутат окружного совета Сергей Есин. Виктория Мельник, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.